В идеальном мире, конечно, как и в асане, считается, что асана, идеальная асана, она, то, что йога-сутры говорят, это отпускание или расслабление, расслабленные усилия. Такие вот куаны или парадоксы должны быть, то есть усилие должно быть, но оно как бы отпускается постоянно. Это абхьяса, вайрагья, все такое. И то же самое здесь, понятно, что было бы здорово. Вначале, может быть, будет чуть-чуть там придется какие-то усилия прилагать, там что-то такое страшно там выдохнул, страх смерти охватил. Вот я не знаю, я сейчас умру. А там, оказывается, зум завис. Вот такое бывает. Это такое, вот такое Патанджали не предусмотрел. Вот такое новое сутра. Если завис зум. Теперь, то есть вот такие онлайн-сутры. То есть в идеале. В идеальном мире мы двигаемся к тому, что эти паузы становятся приятными. Кумбака, мула, удияна. Если длинная, то будет полная удияна. Вдох правый. Третье. Кумбака, счет. Выдох левый. Не забываем притворяться, что нам приятно. Чуть до выдоха в конце всегда. Мула, удияна. До выдох. Потом уже вдох левый, чтобы вдох был плавным. Кумбака. И выдох правый. Кумбака.